На сегодняшний момент у нас производятся работы по расчистке ливневой канализации улицы Краснодарской, улицы Горького, улицы Красноармейской, улицы Северной. Также у нас производится ремонт тротуарной плитки по улице Гоголя в объеме 500 квадратных метров с устройством поребрика. И у нас также в центральной части города по набережной идет замена лавочек и урн. У нас работает краткосрочная программа по ремонту крыш на квартирных жилых домах в городе-курорте Анапа в количестве 15 объектов. Ведется демонтаж старой кровли и с укладкой новой кровли со всеми новациями сегодняшнего дня.